Я хочу людям, во-первых, дарить радость своей работы, во-вторых, открывать им эту дорогу к радости, эту дорогу к вообще иной жизни, иной степени свободы, окрыленности. И когда это получается, когда люди открывают для себя действительно совершенно новую жизнь и благодарят за это, это мне очень важно. Pasaules grūtākais velobrauciens Tour de France. Eurosport translācijas bez Sergeja Kurģikova stāstījuma nav iedomājams. Viņš ir viens no sava aroda lielākajiem meistariem. Контадор сбрасывает француза. Контадор выдает свою атаку в гору знаменитую. И пошел уже тут на все деньги. Garās TV translācijas spējušas piesaistīt ne tikai sporta cienītājus. Tas esot viens no darba gandarījumiem. Это мой мир, это моя жизнь. Это адреналин, да, это эстетика, это обалденные сюжеты, это дружба совершенно разных людей с разных концов земли. Я все равно вокруг этого так или иначе вращаюсь. Это энергия, равной которой очень сложно где-либо найти. И выходит напрямую. Вот он прямая. Пошел раскручиваться. Израненный, ободранный. Последние 100 метров. Давай, Денис. Он должен. Он доезжает. Денис, есть. Победа. 24 секунды он уступает Коноваловцу. Господи. Но привозит более 20. Sergejs pats bijis riteņbraucējs. Vēlāk dažādu apstākļu vadīts nonāca uzreiz Eurosport komentētāja pozīcijā. Вот уже тогда было понимание того, что если я возьмусь спортивное вещание, мне это должно пойти. Sergejs norāda, kvalitāte ētrā ir dzīves interešu loka atspulgs. Ir jābūt nepārtrauktā attīstībā. Gluži kā to spējas izdarīt biatlonā Ule Einārs Bjorndalens. Protams, ir bijuši arī kuriozi. На чемпионате мира по биатлону какая-то разборка, раздача, решающий момент, эмоции, бабах по столу в Германии. Немецкий стол, казалось бы. И этот стол вместе со всей аппаратурой падает туда, мы повисаем вот так вот на наушниках и так далее. Все это более чем в прямом эфире, жалко, что не в кадре только. Pirms vairākiem gadiem Sergejs nav mācējis pat nostāties uz slēpēm, taču to darīs ar vēlmi izprast kalnu slēpošanu un tikai tad sākt komentēt. Начинал с того, что я просто сумасшедшие деньги тратил свои для того, чтобы делать материалы, получал за них гонорары, которые компенсировали устольчика, для того, чтобы просто вот войти, как говорится, в этот мир. И так происходит с очень многими областями. Поэтому при таком подходе миллионером, конечно, никогда не станешь. A big move by Lancis, and no reply coming at all from Jan Ullrich. Для меня, как для человека, плотно связанного со спортивной деятельностью, все было достаточно понятно уже тогда. Armstronga ēras velosports bijis negodīga sporta un blēdīšanās karaliste. Toreiz viņš ar šaubām stāstīja par sportu, kuru mīl, taču komentētājs norāda. Armstronga stāstam ir otra puse. Для меня Armstrong уже на тот момент в первую очередь был человеком, благодаря примеру которого очень многие вдохновились выжить, победить онкологические заболевания, заняться на фоне тяжелейших проблем со здоровьем, спортом, и за счет этого спорта держали большие победы над собой, над своими недугами и так далее. В его личности, в его истории для меня 95%, наверное, это вот это. Последние метры дистанции, здесь уже только равнина. У Эстеля сумасшедшая скорость, Эстель, упавший на старте, менявший лыжу, претендует на олимпийскую медаль, еще одну олимпийскую медаль, но Дементьев пошел справа! Давай! Хорошо, хорошо, он дышит, сколько тысяч и сотен тысяч, миллионов человек сейчас на него, первый идет, первый, терпи, терпи, еще, еще, есть, давай, 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 давай. Вот это да! Обалдеть, извините за выражение. Вот это да! С моей точки зрения, вообще, в жизни существует три
основополагающих вещи. Я как бы это твердо понимал с раннего детства. И я от этого не отказываюсь спустя много лет. Есть три вещи. Это мир, это любовь и это свобода. Все остальное, что есть хорошего, по идее, это производное от этих трех вещей. Sergejs ir pasaules pilsonis. Viņa arots un mīlestība pret riteņbraukšanu ir devusi iespēju būt tuvāk cilvēkiem. Tagad viņš ir rīdzinieks, un noteikti jūs viņu varat satikt ne tikai TV pārēdēs, bet arī traucamies ar velo pa Latvijas ceļiem.